Девочки, дорогие мои, привет! Сегодня у нас вот такой вот формат съемки. Я покажу вам бомбические наши леггинсы, которые просто произвели фурор, да. Вот, действительно, они очень крутые, они сейчас на мне, и, ну, в общем, попозже с вами посмотрим. И продукция, которой я постоянно пользуюсь, это моя любимая продукция, одна из любимых продукций, и, соответственно, могу рекомендовать вам, но и это еще не все. Все, кто досмотрит до конца, вам от меня будет сюрприз. Хороший сюрприз, интересный сюрприз. Вот поэтому смотрите обязательно все до конца. Итак, вот такое вот гидрофильное масло, оно у меня закончилось, соответственно, я его заказала. Ну, просто его обожаю. Значит, несколько капель на ладошку, да, при соприкосновении с водой. Она превращается в такую нежнейшую, мягкую, слегка белую эмульсию. Замечательно все очищает, даже самый стойкий макияж. Любую вот водостойкую тушь, например, все, девчат, замечательно очистит. Но я всегда после гидрофильного масла использую, допустим, либо какой-то легкий скраб, либо плюс еще какую-то пенку, чтобы, ну, такое до очищения уже было. Вот этим мы мягко смываем косметику. Я не смываю разными молочками, мицеллярными водами, я сразу вот приступаю гидрофильным маслом. И потом уже до очищения идет более, ну, таким вот чем-то, да. Вот, отличнейшее масло, могу его смело рекомендовать. Дальше, тут и новинок у меня много, давайте, не, немного. А, вот это вот крем-депилятор для области бикини, для чувствительности кожи с эффектом, с маслом жижаба, с эффектом жижаба. А вот такой вот тюбик, 75 миллилитров, его хватает очень надолго. И к нему есть вот такая вот лопаточка, конечно же, инструкция. Вот, девчат, я его использую и для области бикини, и сразу же на ноги. Вот, преимущество этого средства в том, что при постоянном использовании, то есть 2-3 раза вы попользуетесь им, и уже, во-первых, волосы растут не так быстро, и они мягкие. То есть, ну, если первый раз слегка не у всех сразу удалится все идеально, да, то потом будет все лучше и лучше, и просто кожа, как вот после электроэпиляции, будет идеально классная. Тоже рекомендую. Но тут нужно быть внимательным, поскольку, конечно, могут быть какие-то различные аллергические реакции. Если у вас часто на что-то есть аллергии, будьте внимательны, чтобы не было никаких прыщей, никаких царапин, повреждений. Вот, то есть все должно быть адекватно, девчат. Дальше у меня есть вот такая вот маска, девочки. Здесь 70% лен и 30% хлопок. Очень клевые маски. В некоторых местах у нас еще их требуют. Синие я просто не могу вообще носить, вот эти медицинские. Ну, вот так вот она, да? Большая маска для крупного лица пойдет тоже. У меня лицо не мелкое, но даже для мужа моего тоже как бы такая маточка подойдет. Очень приятно, дышится прекрасно. Дальше. Так, опять. Мужа вспомнила. Заказала ему вот такое вот масло для бороды. Делает волосы слушными, смягчает, не оставляет ощущения жирности. Бутылек прям похож, как у нас есть сыворотки на всеми любимые наши, да, тоже здесь вот такая вот помпа. Вот, в инструкции написано, что использовать нужно раз в 3 дня, и, то есть, борода и усики будут прекрасны у ваших мужчин. Понравилось, очень-таки неплохое даже средство. Так, не то, что неплохое, а хорошее. Следующую новиночку такую вот вам покажу. Кто любит вишню, вернее, даже вишневое варенье, девчонки, вот прям вам рекомендую взять этот гель для душа. Есть маленький формат 250 мл и есть жидкое мыло. Вот, спелая вишня называется. Ну, это варенье из спелой сладкой вишни. Даже засахаренное такое. Клево, не оторваться. Ой, вообще клево. Я, конечно, девчат, не знаю, как это будет раскрываться в душе. Хочу ли я пахнуть вишневым вареньем, пока не знаю.
Вот. Но, конечно, аромат просто потрясный. А в принципе, почему бы и нет, да? Блин, залипаю. Вот всегда залипаю на наших гелях для душа, потому что они, ну, просто клевые. Так. И еще у меня есть вот такое вот средство. Оно, девчат, сейчас в аутлете продается, по-моему, 179 рублей, если я не ошибаюсь. А, брала, это уже не первая моя баночка. Это суфле для тела, арктическая брусника. Энергия восстановления, антиоксидантное написано, ну, все-таки брусника, да, а я его еще не вскрывала. Давайте вскроем и обновим аромат. Ой, ой, слово. Вот, открыла. Это действительно достойнейший продукт в нашей компании. Посмотрите, как выглядит, как арктический снег, да, такое суфле, ну, вот прям суфле, который хочется взять и кушать ложкой. Мягкая такая текстура, потрясающая, просто много взяла. Вот так вот выглядит. И, девочки, запах. Опять же, вот после душа вечером намазаться. Вы себе сделаете прям какой-то спа-вечер. И подтянутся все ваши родные к этому аромату. Это вот 100%, девчат, берите, пока это еще есть. Видимо, с каталогов уже убирают. Надо, наверное, еще заказать. Очень клево. Вот. Быстро впитывается, прям быстро. Ну что ж, а теперь давайте приступим к лосинам. Значит, в 8-м каталоге они вот тут вот в начале и представлены в 3 цветах. Бордо, синий, черный я заказала себе, синий и, наверное, возьму еще. Вообще не собиралась брать лосины, вроде как бы есть, но эти лосины, девчата, настоятельно рекомендую. Спасибо всем девчатам за отзывы, кто их брал. Это просто какая-то вторая кожа. Так, давайте смотреть. Так, каким образом? Каким образом? Вот так, наверное. А, вот, ну, чудак. Кстати, оп. Вот, девчат, как вторая кожа, вот просто все в облипочку, нигде ничего не трет, потому что здесь нету швов, ну, просто идеально. А, еще они увлажняют нашу кожу, как после кремика. Вот, девчат. А, значит, я взяла себе 46-48, вот такой размер, представляете? То есть они еще и маломерки, поэтому обязательно берите прям на размер себе больше, а то ничего не жмет, ничего не стягивает. Очень клевые. Вот, рекомендую, обязательно берите. А теперь то, что я вам обещала, да, какой-то сюрприз. Все, кто зарегистрируется у меня в команде до 30 августа, отправите заказ. Во-первых, вы получаете скидку 30-40% на продукцию, плюс парфюм в подарок и лично. Но и это еще не все. Лично от себя я положу 300 рублей на твой счет на нашу любимую косметику. Здорово, конечно же, здорово. Как зарегистрироваться? Пиши мне в директ. Буквально это занимает 5 минут, и ты будешь уже клиентом со скидкой в нашей компании. Либо можешь сама пройти в профиль, у меня там есть анкета короткая, буквально там фамилия, имя, отчество, дата твоего рождения, телефон. Вот. Но опять же, обязательно напиши мне, какое кодовое слово. Хочу в команду. И я буду знать, что ты ко мне пришла именно с этого видео, и 300 рублей полетят к тебе на счет.